По словам мамы пострадавшей, старшая дочь нашла в раздевалке бутылку пива и отдала ее учителю. В ответ он выгнал девятиклассницу с урока. Затем он пошел выяснять обстоятельства. В итоге учитель физкультуры ударил по голове ее младшую сестру, ученицу 8 класса. Я обратился в Петровский завод, в местные органы полиции. Они это заявление приняли. К 26 января они должны подвести итог. То есть они обещали, что к концу января результат уже будет. Но на сегодняшний день в отношении этого учителя возбуждено уголовное дело. Проводятся еще дополнительные доследования, проверки. То есть идет процедура. Светлана Лисичникова, Дмитрий Пинигин. Время новостей.